Как-то в конце октября 2017 года Илья Эренбург, будучи корреспондентом газеты «Утро России», подслушал на Пречистенском бульваре разговор. Стояли двое мужиков и смотрели на идущих мимо женщин в солдатской форме. Долго смотрели им вслед. Потом один не выдержал. «Что это? Бабы настоящие, что ли? Вроде как мужики». «Да ты погляди-ка сзади! Бабы!» «Тоже воевать лезут, стервы! Не ихнее дело!» — сердится молодой. «Пущай воюют!» — соглашается тот, что постарше. «Ежели хотят они! Воля ихняя! Потому как мы не хотим!» Официально на октябрь 1917 года женских ударных батальонов было 6. На фронте побывало 3, сформированные в Петрограде, Москве и на Кубани. В реальных боях же участвовал только один – первый ударный батальон Марии Бочкаревой, русской Жанны де Арк, как называли ее в прессе. Участие Бочкаревой в военных действиях 1917 года совпало с самыми трагическими событиями Первой мировой войны. Мы поздравляем Елену Филитову, которая совершенно верно ответила, что памятный крест участникам Первой мировой войны в Омской области установлен в селе Троицкое Омского муниципального района. Таким образом, она становится еще одной претенденткой на поездку в Санкт-Петербург, тем самым составив конкуренцию нашему неизменному знатоку отечественной истории Тае Калюжной. В конце октября 17-го немцы грозят взятием Петрограда. Они ведут мощные артобстрелы русских позиций по всему Западному фронту. Среди солдат настоящая паника. Они требуют немедленно расстрелять Бочкареву. «Она хочет войны!» – кричали они. «А мы хотим мира!» «Вы говорите, у нас теперь свобода!» – рассуждала Бочкарева. И не хотите воевать с германцами. Ладно, я вас не заставляю, но и вы не имеете права требовать, чтобы я действовала против своих убеждений. Мы пришли сюда не брататься, а воевать. Убивать и погибать на поле боя. Моя свобода в том, чтобы умереть за Отечество». Женский батальон смерти, который был создан при Керенском и создан для того, чтобы поднять патриотический дух мужчин, которые не хотели воевать и братались с немцами. И вот были направлены эти девочки, которые как на заклание агнцы положили свои жизни, то, что почти все они были погублены в первых же атаках. Удивительно, что еще Мария Леонтьевна сама-то осталась жива. Бочкарёва действительно повезло. Она не только осталась жива, но и получила всемирную известность. Первую женщину-героя, полного георгиевского кавалера, принимали король Англии, президенты Франции и Америки. О Бочкаревой то и дело писали в газетах, а американский журналист Исаак Дон Левин даже издал книгу, основанную на ее воспоминаниях. Бей! Немалый интерес к личности Бочкаревой, конечно же, вызвал не так давно вышедший на экраны фильм «Батальон». Продюсер фильма Игорь Угольников признается, проблем с выбором главной героини у него не было. «Я сразу увидел портрет Бочкаревой Марии, которая создавала этот батальон, и сразу увидел Машу Аронову в этой роли, мою подругу, моего дружочка. Она начинала у меня когда-то, кстати, здесь, в Останкино, будучи на третьем курсе Щукинского училища». В фильме только события Первой мировой войны. Нет ни одной сюжетной линии, связывающей Бочкареву с Омском. Создатели фильма признаются, что им с лихвой хватило страшного 17-го года. Хотя сама Мария Аронова не раз интересовалась дальнейшей судьбой своей героини. И вердикт ее таков. «С моей точки зрения, она была несчастна. Я думаю, что если бы Господь Марии Леонтьевне Бочкаревой дал детей, то с ней бы всего этого не произошло». Об омском периоде жизни Марии Бочкаревой вы узнаете в следующей программе. А пока в качестве анонса вопрос. Почему американский журналист назвал свою книгу о Марии Бочкаревой «Яшка»?
Ответьте правильно, и у вас будет возможность совершить уникальное путешествие на родину русской революции, Петроград, ныне красивейший город России, Санкт-Петербург. До революции, напоминаю, осталось 2 недели.